Здравствуйте! С вами рядом Андрей Ракицкий. Каждый человек мечтает о счастье. Медитативные практики способны сделать людей счастливыми. Причем не только отдельного конкретного человека, но и общества в целом. Они открывают путь, ведущий к состоянию высшей гармонии, к осознанию своего внутреннего единства и целостности. С помощью медитации люди получают возможность сохранить себя, обрести внутреннюю силу и человеческое достоинство, состояние душевного покоя, равновесия и счастья. Все люди могут медитировать. Медитативные практики по своей сути нерелигиозны и затрагивают все сферы в жизни современного общества. Именно поэтому они получают все большую популярность и распространение. Работая над своими чувствами и мыслями, мы можем в корне изменить свое существование и развить заложенные в каждом из нас способности к состраданию, милосердию и альтруизму. Благодаря внутреннему преображению людей мир может стать лучше и красивее, более сплоченным и безопасным. В медитативных практиках существуют определенные правила, соблюдение которых является обязательным. Они вырабатывались веками и содержат в себе бесценную мудрость. Если вы решаете вступить на путь преобразования, то должны неукоснительно следовать этим правилам. Вот главные из них. Не нужно относиться к медитативным практикам как к средству самовозвышения над другими людьми. Работа над своим внутренним «я» не дает вам права считать себя лучше остальных и высокомерно относиться к окружающим. Не сердитесь ни на кого и никогда. Избегайте брани, даже в ответ на брань. И вообще, исключите бранные слова из своей речи. Не отвечайте злом на зло. Старайтесь ни при каких обстоятельствах не причинять вред телу или уму других людей. Не фиксируйте свое внимание на чужих недостатках и не обсуждайте их. Это не приумножает ваших достоинств. Не допускайте, чтобы самовлюбленность и самолюбование мешали вам творить добрые дела. Внутренне преобразуя свой разум, сохраняйте обычное, естественное для себя поведение. Внешне продолжайте оставаться собой. Не демонстрируйте своим поведением свое превосходство над другими, свое внутреннее просветление. Ведите себя приемлемо для окружающих. Не позволяйте себе отстраняться и отгораживаться от других. Никогда не вините окружающих в своих собственных промахах и недостатках. Не допускайте, чтобы другие страдали во имя вашего благополучия и счастья. Гоните от себя мысли о личном воздаянии в любой форме за вашу практику и проявление добра к людям. Следуйте этим правилам и помните, что каждый из нас является незаменимым
и самым главным звеном в жизненной цепи. Только благодаря всем нам мир может измениться к лучшему. Наше будущее является общим для всех людей. Поставьте лайк этому видео, если собираетесь придерживаться изложенных в нем правил. Занимайтесь медитативными практиками и оставайтесь с нашим каналом. Конечно же, подпишитесь на него, если по каким-то причинам еще этого не сделали. Вас ждут новые медитации и вообще много интересных и разнообразных программ. Будьте здоровы и счастливы! С вами был ваш доктор онлайн Андрей Ракицкий. До новых встреч!